Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня немочка, на немке новые плюшки. Поехали, посмотрим на этот сервер и попробуем сегодня сделать трэш. Я надеюсь, у нас получится. Такс, поехали, начнем с акций. Посмотрим, что у нас добавили, так как обновился 15 минут назад сервер. Кстати, неплохие паки за 1,5 евро. Это что, 2 доллара или... Больше чуть-чуть вы можете получить, блин, реально героя и скин на него. Питомцы, блин, вообще обалденно, офигеть. Но вот это реально кайф. Вот такого нету даже на английском. Посмотрите, расходники за десятку, блин, ну классно. Вот этих вот пакетов не хватает на других серверах реально. 500, 300, 800, блин, обычных, ребят, 800 обычных питомцев. Это, блин, дофигище, реально. Кайф. Вот это реально круто. За найм питомцев тоже дополнительно посмотрите, какие плюхи дают. Вот этот сервер реально радует. Так, это у нас расходники. Надо тут делать новую десяточку. Блин, и тут паки с пэтами 800. Ну, классно. Тут ничего не скажешь. Окей. Поехали дальше. Посмотрите на вот этого вот фобушку можно получить. Раньше здесь, конечно, огники, но вторые сумки огника, посмотрите, где за 3. Вторые сумки огника, вторые сумки розы, второй приз. Один как у лаков. Блин, да капец. Дайте мне самоцветов. Это просто вау. Ну, немка, короче, вот так вот. Вот поэтому этот сервер один из топовых на сегодня по плюхам. Также, вуаля, смотрите, что есть. Монетки, самоцветики. Так, ну мне, говорю, тут я говорю самоцветики. Так, хорошо, выберу еще раз. Вот видите, монетки можно умножать, x2. Я потратил 3, заработал 6. В итоге его не 6, а 12. Вот так вот, ребят. 12 монет. Вот что тут еще хотеть? Вот реально. Это просто реально рай. Для доната, для бездоната. Просто кайф. Но это не все. Поехали дальше. Кайфую от этого сервера реально. Обалденный сервак. Ну, я по чуть-чуть здесь без доната тоже качаю. Как видите, я вам показываю иногда видосики. Я медленно качаю, не так как положено, но все равно по чуть-чуть. Так, окей. Найм сегодня есть, ну про 1500, правда. Это такое. Дальше. Посмотрите на вот этого коллекционера, ребят. Вроде казалось бы, он такой себе, ну просто обычный коллекционер, в котором ничего такого, но вот эти вот книги очень обалденные. Это плюс один левел добавляют в этом, в батл пассе. Плюс, ну там скин, фоба, гаргул, скин. Ну посмотрите дальше, ребят. Варевульф, оборотень, 200 карты и вторые сумки розы, ребят. Вторые сумки розы. И вот я хочу сейчас попробовать вытащить отсюда, если получится. Мы будем ролить за ЗПшки. Магазин скидок, пожалуйста. Камешки. Ну, короче, копите самоцветы просто и играйте себе в кайф, реально. Что еще хотеть? Зефир плюс один. Так, что у нас еще такого интересного? Вот Clash Stack был, я нажал, плюс 50 самоцветов дала нам. Так, окей. Поехали на коллекционера. Что там у меня по ЗПшкам? 475, этого мало будет, но у меня здесь есть книги. Мы попробуем Варевульфа вытащить. Надо попробовать. Ну, немножко книг продам. С ЗПшками проблем, как видите, на этом сервере просто нет. Героя здесь тоже, блин, у меня вот, я вчера видос снимал, 9-й уже таланты на некоторых, реально просто круто. Коробки, все дела, то есть, все акции, которые есть на других серверах, здесь тоже все есть.
Так, ну поехали. Нам нужен, ребят, Веревульф. У нас 100 попыток, чтобы собрать. Получить, точнее. Ну и собрать, дособирать розу. Так. Ну, рандомчик. У нас места не хватает. Надо сейчас. Так, давайте стрелка покормим. Надо, ребятушки, надо очень вытащить отсюда врагу. Да блин, да что такое? Сейчас нам надо склад почистить конкретно. Правда, тут нечего чистить. Не хватает нам места. Вот эту вот хрень продам, она мне не нужна. Это тоже уже, в принципе. Так, надо нам золото потратить на что-то. Давайте кого-то апнем. Можно, в принципе, и книги попродавать, они тоже места занимают. Но мне особо такие книги сейчас нужны, мы их потом получим все равно. Зато место освободим. Так, окей, поехали. Один нам нужен, просто один Вервольф. Уже 20 попыток мы использовали, пока ни одного не вытащили. Нифига, смотрите, вообще синие не падают. Бочка. Просто пипец. Шестьдесят, и пока ни одного не упало, ни одного нету. Да, ребята, мы это сделали. Обалдеть. Просто кайф. Это просто жесть. Это, ну, не сервак. Вот посмотрите, я забираю обратно 400к. Да, возможно, меньше забираю, но я получаю вторую сумку розы, ребят. Вторая сумка розы. За ЗПшки наролили, вернули все обратно. Вот так вот. Все просто налегке сделано. Кайф. Вот от этого, вот это реально кайфовый сервак. Так, ну что? Поехали испытывать удачу. Блин, если даст 50, у нас будет сразу же роза. У нас есть 150 осколков. Вот 150 осколков розы. Обалдеть. Так, ну что? Сейчас даст 15. 10 даже дало, блин, минимум дало. Но все равно, я все равно рад, что мы вытащили, вот реально, вытащили отсюда, блин, за ЗПшки просто обычные ЗПшки вытащили сумочку. Помимо этого, я вам уже показал, блин, с таким вот, конечно, в такого можно играть. Почему нет? Посмотрите, почем здесь попытка? 200. 201 попытка, ну, попыток, ну, 10 тысяч самов потратить. Ну, можно отсюда мешки эти вытащить, я думаю. Вот напишите в комментах, кто отсюда что тащил. Но это просто нереально крутой бугрома. Нереально крутые акции на этом сервере. Я в очередной раз удивляюсь реально немке, насколько она же имбовая по сравнению с другими серваками. Как видите, и кулаки есть, и все есть, всего хватает нам. Просто кайф. Сменки сегодня нету. Вот с такими героями реально можно проходить и волны. На таком сервере реально без донату можно активно и классно развиваться. То есть без проблем вы будете тащить.
Махатма, блин, девятое утекание. Аккаунту от силы неделя. А прокачки у меня здесь уже просто топовые. Как видите, уже и Розада собирается. И Огника мы начали уже собирать. Ну, надо копить самоцветы. Стрелок есть, Махатма есть. Что еще надо для волн? Ай-яй-яй-яй. Но все равно тащит. Бабулька реально тащит. Ну, еще раз попробуем. Все равно попытки пропадают. Ну, надо, конечно, делать эволюции. Надо героев качать, все дела. Но мы по старинке трешечком. P3, P4. Ну, на P4 тоже довольно-таки неплохо зашли. Ай-яй-яй, стрелка ушатали. Давай тащи, бабулька. Посмотрите на нее. Посмотрите, что она делает. Это просто жесть какая-то. Ну, конечно, P5 сейчас, как обычно, зайдут с другой стороны. Но шансы у нас, конечно, были неплохие. Трэш, ребят. Это реально самый кайфовый сервак на сегодня, что есть для бездоната и для доната, я вам скажу так, с такими акциями, которые здесь, это просто нереально. Это на сегодня самый кайф. Я не знаю, ничего пока круче, чем немка, даже тот же самый Тайвань с ихними халявами, пока не равняются с этим сервером. Так, ну-ка. Тащим. P4, блин, хорош. Башечка, отлично зашли. Стрелок, тащи их. Да, ребят, просто изи, по волну мы прошли. Вот так вот, налегке, без расстановки, без нифига. В общем, лепите лайк, переходите на этот сервер. Всем удачи, всем пока.